В 19 самых крупных муниципалитетах области завершен прием предложений по благоустройству от жителей. Копейчане высказались за работы в сквере «Книга памяти», в городском парке, на территории УДК «Угольщиков» и за ремонт фонтана на Центральной площади. Эти объекты попадут в перечень рейтингового голосования, которое состоится 22 марта. Территории, набравшие больше всего откликов, будут облагорожены в 2018 году. В общей сложности на реконструкцию парков, скверов, площадок спорта и отдыха южноральцы подали более 30 тысяч заявок. Финальный список объектов должен быть опубликован в срок до 25 марта. На его реализацию планируют направить более миллиарда рублей.